Добрый день. Если огород у вас маленький, то специального места для посадки тыквы вы найти довольно сложно. Поэтому вот я, например, сажаю ее в ящик для компоста. Вот. И, значит, тыква растет по всему ящику. Вот можем посмотреть. Значит, вот здесь вот уже есть пару штук крупненьких таких. И дальше в ящик я воткнул такой вот шест. И тыква растет по нему вверх. Вот, как видим, тут тоже уже появилась тыковка маленькая. Плюс еще цветочки есть. Вот, то есть здесь ей комфортно, тепло, так как перегной постоянно в компосте работает. И, в общем, каждый год так сажаем. Красиво. Что-то напоминает даже новогоднюю елку. Только летом эта тыква. Вот такая у нас тыква растет.